Отсчитываем у растения 5-6 настоящих листиков снизу и обрезаем макушечку. Вот это черенок. Удаляем у него все нижние листики и оставляем только 3 листика сверху. Втыкаем в землю черенок прямо до самых листиков верхних. Примерно вот так. Вот такой череночек у меня получился. Втыкаем его в землю. Можно даже было еще один листик удалить, чтобы 3 было на конце. Все, ставим в пакет такой стаканчик и ждем укоренения. Вот этот вот отросточек у нас тоже будет черенком. Мы его срезаем прямо у основания. Оп. Вот такой череночек. Удаляем все нижние листочки. Оставляем только 2 верхних листика и маленький недоразвитый. И полностью втыкаем в землю до самых верхних листиков. Кустики окрепли, обзавелись корешками хорошими. Все, уже можно высаживать на постоянное место.